Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Помните, я вам как-то показывал французское крестьянское блюдо – кассуле? Ну, по сути, жаркое из разных видов мяса с фасолью и овощами. И очень многие из вас отнеслись к такой грубой и сытной еде с большим энтузиазмом. Я сам такой. Сегодня я хочу вам показать испанский вариант близкого по духу блюда. Если быть до конца точным, то несколько обязательных ингредиентов я из испанского рецепта все-таки удалил. Потому что если готовить в точнейшем соответствии с представлениями настоящих хидальго о вкусной и здоровой пище, то после одной тарелочки такого блюда можно смело будет закрывать холодильник на неделю, по меньшей мере, а то может и на две. Итак, что я не положу сегодня в кастрюлю? Я не положу 200 грамм соленой грудинки. Вот такой. Сплошное сало. Я не положу 200 грамм кровяной колбасы. Тоже не самый диетический продукт. И я не положу обрезков от костей хамона. О, сплошные кости здесь, видите? С салом, таким застарелым, вонючим. От них все блюдо приобретает, на мой вкус, такой крайне неприятный запах. Зато в кастрюлю отправятся вот эти две замечательные свиные рульки со снятой уже шкуркой. И... традиционная испанская чоризо. Она бывает острая и сладкая. Это как раз острая. Начнем, пожалуй. Вчера вечером замочил черную и красную фасоль. Я использую сорта, которые после замачивания сравнительно быстро варятся. Поэтому рульки первый час проведут в кипятке в одиночестве. А затем уж и фасоль добавлю. А то расползется совсем уж в хлам. Но вы смотрите по своей фасоли. Может быть, вам нужно ее вместе с рульками сразу в кипяток отправлять. Еще нам нужно будет добавить корешков. Да, про рульки не забывайте. Закипело все, сразу же пена пошла. Сниму ее. В принципе, для блюд такого типа это совершенно не важно. Ведь пену для чего снимают? Чтобы получить в конце концов прозрачный бульон. А процеживать его после приготовления лень. Ну а в этом блюде откуда прозрачному бульону взяться? Так что снимать или не снимать пену сегодня, сами решайте. Нарежу морковь так, чтобы она по размеру более-менее совпадала с фасолью. Не то, чтобы это было очень важно, но эстетичность таки должна присутствовать. Правда? Сразу же отправлю ее в кастрюлю. А вторым корешком будет вот этот замечательный пастернак. Естественно, его надо почистить, порезать. Размер такой же, как в случае с морковью. Не будет у вас пастернака, кладите корень петрушки. Или можно даже репы добавить. Чем больше разных корешков будет, тем вкуснее блюдо получится. И пастернак тоже в кастрюлю. В принципе, на этом этапе можно и прерваться на часок. Но мне проще все подготовительные этапы провести прямо сейчас. Поэтому нарезаю вот такими ломтиками чоризо. Меня, кстати, регулярно просят показать, как ее готовить. Так вот, чоризо – сыровяленая колбаса. А для приготовления сыровяленых колбасных изделий очень важно контролировать температуру и влажность. Чуть-чуть растительного масла. Вялить надо при температуре 15-16 градусов, а влажность при этом должна быть на уровне 70-75%. В нашем климате такое можно получить только в глубоком погребе, а у меня и неглубокого нет. Поэтому совсем недавно я с рук приобрел холодильник и заказал на eBay контроллеры влажности и температуры. Буду из этого холодильника делать камеру для сыровяла. И как только сделаю, сразу же начну вялить. Тогда и до домашней чоризо дело дойдет. Кстати, а что думаете, надо снимать репортаж о том, как я холодильник портить буду? Отлично, уже жирок вытопился. Отложу колбаску в сторону. Ну, пусть полежит пока. А на этом жиру я лук подрумяню. Как я уже говорил, чоризо у меня острое, так что и масло тоже стало острым. Варить свиные рульки я буду час, а после добавлю фасоль и поварю еще час-полтора. В конце концов я хочу получить мясо настолько мягкое, чтобы оно просто сваливалось с костей под своим весом, чтобы оно дрожало во всех своих жилках. Просто... А! И фасоль. Фасоль мне нужна мягкая. Мягкая, но не потерявшая абсолютно форму, чтобы не расползлась она в такую гомогенную кашу. Главное, не делайте сильный огонь, а то не уследите и подгорит все. Ну смотрите, и лук тоже дошел до нужной мне кондиции. Добавлю в него немного сладкой паприки. Прогреваю ее вот так. Ну и выключаю нагрев. Все, у меня перерыв на час. Час прошел, можно добавлять фасоль.
Ее довольно много, и бульон стремительно остывает. Поэтому сначала огонь самый сильный. Когда закипит, убавлю его опять, чтобы все тихонько-тихонько тушилось. Очередной перерыв. Прошел час и 20 минут. Давайте посмотрим, что у нас тут. Отлично. Смотрите, прекрасно разваливается на части. Дошло до кондиции. Значит, пора вносить завершающие нотки. Пока здесь все тихонько булькает, я нарежу вот эти два замечательных громадных перца. Красный я взял для красоты, а зеленый для аромата. Или наоборот. Не помню, короче, что для чего взял. В этот раз режу в половину размера фасоли. Потому что мне так захотелось, вот почему. И потому что я думаю, что так будет красиво. В готовом блюде перец должен быть в полуготовом состоянии. То есть уже не сырой, но еще не располшийся. В кастрюлю отправляется лавровый лист. Сейчас же посолю. Наверное, хватит. Это для того, чтобы не только бульон просолился, но или соус, ну и фасоль в себя соль взяла, и мясо. И перец отправляется в кастрюлю. Надо дождаться закипания, убавить огонь до слабого и подождать еще минут 5. И вот на этом этапе пробуйте свое блюдо. Если у вас морковь недостаточно сладкая, сахара положите. Если чириз недостаточно острая, перца. Если у вас нет чириза, кстати, используйте любые острые сыровяльные колбаски, которые найдете, и добавьте острые паприки. Это, конечно, не полноценная замена, но кто вам сказал, что получится хуже? И лук тоже в кастрюлю. Кстати, в процессе варки фасоли и рулик вы следите за количеством воды. Если слишком сильно выкипает, не стесняйтесь долить кипяточку. Раз уж блюдо у нас крестьянско-деревенское, и есть его надо из глиняных мисок. Ну и зелени можно добавить для яркости. Петрушки, например. Вот так. Ну и что скажете? Навернули бы плошечку такой вот алюби эстафадо консердо? Да как ее ухватить-то, чтобы не обжечься? Я уж по-простецки. Так, фасольки с кусочком мяса. И острота присутствует. И мясной вкус. Очень осеннее, очень такое согревающее блюдо. Бон провече. Ну, в смысле, приятного аппетита. Спасибо за компанию. Всем пока. Адьос, амигос.